Дядицын Даниил Степанович родился 30 декабря 1913 года в деревне Сокогорка. Получил среднее образование. Работал мотористом в 30-те Двиносплав в Архангельске. В армии с 1940 года. Окончил в 1942 году курс младших лейтенантов на фронте в Великую Отечественную войну с февраля 1943 года. Командир огневого завода истребительно-противотанковой батареи на Степном фронте гвардии лейтенант Даниил Дядицын отличился с 5 по 19 октября 1943 года. Продвигаясь в боевых порядках батальона, артиллеристы участвовали в отражении 5 контратак противника. Подбили 12 танков. Когда батальон оказался в окружении, командир лично сжег 5 вражеских танков и уничтожил десятки гитлеровцев, чем способствовал выходу из окружения. 18 октября 1943 года у села Анновка Днепропетровской области бойцы его взвода подбили 3 танка, самоходное орудие и истребили до роты гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза Даниилу Степановичу Дядицыну присвоено 20 декабря 1943 года. После войны капитан Дядицын находился в запасе.